Издревле говаривали, будто плоть русалки способна сделать человека бессмертным. Вкусивший ее, обретет вечную жизнь. Шрам русалки. Держи. Довольно тяжелый. Ты в порядке? Ты один? Откуда ты? Из Токио. Слышала, Мана? Парнишка тоже из Токио. Так, ты здесь, чтобы увидеть маму? Мы теперь будем жить вместе. Она должна тебя встретить? Вон она, это мама. Сколько тебе лет? 29. Неужели? А эта девушка? Моя сестра. Сестра? Да ладно, кого это волнует? Людей-то нам все равно не хватает. К тому же на бандитов они не похожи. И то верно. Тогда ладно. Можете располагаться. Спасибо вам. Они сказали, что у вас перерыв. Что? Почему ты смеешься? Да так. Добрый день. Я слышал, вы собираетесь работать в особняке. Да. Но зачем? Малыш госпожи, они теперь будут жить вместе.
Мама! Доброе утро! Это ты, Юки? Доброе утро, сэр! Вы сегодня рано встали. Я только что проснулся. Пойду приготовлю завтрак. Доброе утро, госпожа! Утро доброе! Иди сюда, Масато. Ты что, принцесса себя возомнила? Никогда раньше не разливала чай? Я прошу прощения, она новенькая. Чтоб тебя саму так сплющило. Тихо. Мадам? А, это Юки. Я как раз шла за бутылками. Дай, думаю, зайду. Переведу дух. Этот малыш. Не молодой ли это господин? Он самый. Неужели я такая страшная? Вовсе нет. Ты просто перенервничал, вот и все. Все-таки любят тебя дети, да? Всегда я это говорил. Просто совпадение. Юта, этот мальчик. Точно? Привет. Мы встречались? Помнишь тогда в поезде? Ты еще сказал, что приехал повидать маму. Ну, и как оно? Да уж. Он и вправду ни на шаг от Юки не отходит. Я слышала, что он даже говорить с госпожой не желает. Юки кажется взволнована. Про госпожу? Вообще много чего странного говорят. Хозяин женился на ней, уже в преклонном возрасте. И еще я слышала, что перед несчастным случаем... Ее здесь не было. Перед несчастным случаем? Да-да. Странное, скажу я вам, дело. Месяц назад они оба плавали на своей яхте, когда по трагической случайности столкнулись с теплоходом. Оба они погибли. Госпожа погибла от ожогов. Но на следующий день она ожила. Ожила? Ожила и сбежала из больницы. А когда спустя неделю она вернулась, на ней не было и следа от полученных ран. А ведь она была так сильно обожжена. Сроду не слыхивала о том, чтобы такие раны так быстро заживали. Такие вот слухи ходят. Масато, еда готова. Не хочешь позвать госпожу? Шрам исчез. Где ты прятался? Не знаю. Не знаю. Госпожа, нет.
Что тут происходит? Скоро пройдет. Совсем не так плохо, как я думала. Вы ведь Юта, да? Слава богу, что вы здесь. Где госпожа? Отдыхает. Так что нам делать? Вызвать полицию или... Нет, я не хочу, чтобы они забрали мою маму. Пожалуйста, никому не говорите о том, что видели сегодня. Ты куда? Пойду поговорю с госпожой. Объясню, что не стоит так обращаться с детьми. Шрам исчез. Да, совсем как новенькая, верно? Я живу вот уже более 500 лет. А сколько живете вы? Как ты узнал обо мне? Я наслышан о несчастном случае. Вы воскресли, и ваши ожоги моментально зажили. Со мной так же. Мои раны моментально затягиваются. А если я погибну, то спустя совсем немного времени вернусь к жизни, пока моя голова будет у меня на плечах. Я буду жить. Вы тоже пробовали есть плоть русалки, верно? Юки! Юта ведь не сделает маме ничего плохого. Все будет хорошо. Хочешь пойти посмотреть? Тогда я пойду приготовлю напитки. Подожди. Восемьсот девяносто девятилетняя монахиня-буддистка по имени Хапиаку Бикуни говорила, «Кусивший плоть русалки не состарится и не умрет. Десятки, сотни лет. Выходит, каждый, кто...» Нет, плоть русалки — это очень сильно действующий наркотик. Фактически, это яд. Он полностью меняет структуру вашего тела. Лишь немногие могут вынести претерпеваемые изменения, не стать бессмертными. Такое удается лишь раз в 10, нет, раз в 100 лет. Я прожил 500 лет в полном одиночестве. Те, кто ел это со мной, или умерли, или превратились в уродливых монстров. Монстров. Вместо того, чтобы стать бессмертными. Вы не знали? Меняется внешний вид, чувства. Такой человек не человек больше, а чудовище. Если все это правда, то... Мам! Ты все еще сердишься на меня? В следующий раз поговорим, когда его не будет рядом. Ты уверен, что с тобой все будет хорошо? Хочешь, пойдем ко мне? У меня простая лачуга, но... Все в порядке. Этот мальчик. Надо нам с ним что-то делать. Седьмое. Ты про дату? Да. Ладно. Спасибо тебе за все. Плоть русалки ядовита? Не все могут стать бессмертными? Так что, я умру однажды? Надо спешить. Юта!
Юки, вот зашла повидать тебя, прежде чем идти в дом. Хотела извиниться за вчерашнее. Чепуха. В том смысле, что не стоит беспокоиться. Мана! Юта, глянь! Прелестная, правда? Так, прошлой ночью... Ты вышла замуж? Да. Мы уже обо всем договорились. Это замечательно. Но... Масато? Да. Мне так неловко из-за него. Мне кажется, будто я его бросаю. Ты такая заботливая. Ты будешь прекрасной женой. Спасибо. Что ж, прощайте. Твоя подружка? Да. Но ты, кажется, ей не рада. Знаешь, вот она не кажется мне долговечной, но... Она тебе нравится? Ничего такого, но... Но расставаться грустно. Так вы поженились? Замечательно. Поздравляю. Спасибо. Масато! Я посмотрю. Масато. Ты уезжаешь? Ну, не прямо сейчас. Но уезжаешь. Мне очень жаль. Правда, я бы с радостью осталась подольше. Юки. Вот, попробуй. Что это? Спасибо. Пошли. Масато! Монстр! Беги! Мана, хватай мальчика и беги. Давай же. Никуда ты не убежишь. Ты что делаешь? Стой! Жди меня здесь. Я вернусь. Ты ранена? Ерунда. Юки.
Юки! Ой, что, черт возьми, здесь происходит? Отвечай! Зачем ты сделал это с Юки? Это он. Он сделал. Он хотел найти кого-то, кто заменит меня. Масато! Куда ты меня завел? Почти пришли. Откуда у тебя яд, способный убить монстра? Там. Мое укрытие. Ну и где этот твой яд? Твой друг. И моя мама. Они оба умерли? Что ты сказал? Давай сюда яд. Твоя рана зажила. Электрошокер. Знакома с такой штукой? Мана! 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 Юта. Ютака. Он. Помеха. Куда он мог пойти? Впервые я встретила Масато. Давным-давно. Еще во времена Тихоокеанской войны. В день, когда бомбили Токио. Мой муж погиб на войне. А мой единственный сын погиб во время бомбежки. Я потеряла все, ради чего стоило жить. Но потом... Мадам, вот. Попробуйте это. С тех пор он был со мной. Мне даже начало казаться, что мой сын все еще жив. Я была так счастлива. Но годы шли, а он не старел. Ни он, ни я. Все раны заживали мгновенно. Вот русалки. Он сказал, что попробовал ее давно. А затем дал немного мне. Понемногу я поняла, как он жесток. Но даже убей я его, он все равно бы вернулся. Я могла лишь бежать. А потом хозяин спас меня. Это было 5 лет назад. Эй, не знаю точно, что там было с тем теплоходом, но не обошлось без него. Я знала, что мне не убежать от него. Что? Что такое? Если мы не отберем, надо отобрать у него плоть русалки как можно быстрее. Раны затягиваются слишком медленно. Не царапают? Съешь плоть русалки, если не терпится остановить боль. Отпусти меня. Не могу. Если я тебя отпущу, ты вернешься к нему. Разумеется. Нет. Ты останешься со мной.
Не хочу я быть с тобой. С той женщиной не вышло. Мне нужна замена. Заткнись. Я вернусь к Юте. Сними с меня это. Проклятие, сними. Юта! Что ж. Тогда я убью твоего Юту. Отрежу ему голову. Сама знаешь, если я сделаю это, он умрет. Когда я сделаю это, ты запоешь по-другому. Ты? Чего ты хочешь? Мана, с этого момента ты будешь жить со мной. Нет, держи. Бесполезно. Она, ее способность к заживлению ослабла. Похоже, что плоть русалки была не очень эффективна. Для меня требуется больше времени, чтобы ожить снова. Постепенно я умру. Что с Маной? Довольно трудно выжить в этом мире, в теле простого ребенка. Мана будет теперь жить со мной. А это для меня теперь бесполезно. Я отрежу ей голову позже. Ты. Стой! Струны. Какая жалость. Похоже, с обезглавливанием не вышло. Вот так. Я хранил его всю войну. Ты хочешь... Если я оставлю тебя в живых, Мана убежит. Точно так же, как и та женщина. Что ты сказал? Просто дай мясо русалки тому, кого любишь, да? Ты знал, каково это, и все равно давал людям есть его. Я прожил 500 лет в полном одиночестве. Прошло 500 лет, прежде чем я встретил Ману. Одиночество. Непередаваемая мука бессмертия. Вот почему я никогда не прощу тебя. Скольких людей ты уже успел погубить? Хорошо, убей меня. Ну что же ты? Кишка тонка, да? Я уже сам не помню, сколько. Потому что живу в этом теле вот уже 800 лет. Так что слушать тебя я не обязан. Ты просто больше меня. Вот и все. 800 лет. Хочешь знать, кому первому? Я предложил попробовать мясо русалки. Мама, попробуй. Это мясо русалки. Я слышал, что оно может сделать бессмертным. Давай, съешь, мама. Была ли это моя настоящая мать? Я уже и не помню. Ты прошел через это. Ты знал о монстрах. И ты по-прежнему. Был одинок первую сотню лет. Но те, кто принял меня к себе, погибли на войне или умерли от болезни. И когда я устал от смертей, я наконец вспомнил о мясе русалки.
Если нет больше таких, как я, то я сам их сделаю. Времени у меня было предостаточно. Я присматривался, искал. Я знал, что однажды найду. Я давал его многим людям. Та женщина продержалась дольше всех. Вначале она была хорошим человеком. Она назвала меня Масато. Но и со временем она тебе надоела. Тогда ты дал мясо Юки. Разве она не заботилась о тебе? Мне очень жаль. Правда, я бы с радостью осталась подольше. Она... Ты вправду думаешь, то, что она стала монстром, ничего не значит? Для людей вроде нас большое бремя продолжать заботиться об остальных. Развяжи меня. Да не стой столбом. Или ты собираешься весь день на меня пялиться? Одну минуту. Просто так я ему этого не оставлю. Не шевелись. Просто еще разок выстрелить. Какая выносливость? Зачем ты хватаешься за жизнь? Боишься умереть? Или думаешь, что мало прожил за 500 лет? Все еще не готов покинуть наш мир? Мана. Юта! Юта! Ах ты! Не мешай! Юта. Если ты убил его, тебе не жить. Из-под земли тебя достану. Даже если это будет стоить мне жизни. Юты больше нет. Плохая девочка. Ой.
Эй, я решил дать тебе пожить подольше. Эй, проснись! Эй! Умерла? У меня все еще есть мясо русалки. На случай, если вы еще живы. Прощайте. Стой! Юта. Мана. Где он? Сбежал с мясом русалки. Пошли за ним. Закончу с этим, когда живу. Он мертв? Думаю, огонь сделал свое дело. А плоть русалки? Я не знаю. Слушай, Мана. Ты плакала, когда я вернулся? Да. Ты беспокоилась? Глупый. Нет, просто я впервые видел, как ты плачешь. А у меня это и правда впервые. Как только поняла, что мы по-прежнему вместе, я просто расплакалась от счастья.
для людей вроде нас большое бремя продолжать заботиться об остальных. Ерунда. Юта! Автор перевода Get and Death. Озвучено Ранмару. Релиз группы Татус.